Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Часто представители этого имени бывают одинокими в личной жизни, так как все свое свободное время уделяют работе. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Эти люди равнодушны к интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.